Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Дорога к храму» и рубрика «Как быть». С вами ведущие священник Максим Картинский и священник Павел Красанов. Ну и что же, о чем мы поговорим сегодня? Как быть? Как быть с тем, что эмоции – это грех? Вот есть такой тезис, витает в воздухе. Ну, действительно, хороший вопрос. Великий пост идет и борьба со страстями нашими, да, потому что знаем, подвижники боролись со всем этим, и что нужно свои эмоции усмирять, уменьшать, делать их меньше, и сильно не радоваться, и сильно не огорчаться и не злиться. Да? То есть, действительно так, что с этим делать-то? Да, но действительно, хотя... Трудимся, да? Так люди считают, что эмоции, надо их как-то куда-то убирать. Особенно Страстная Седмица, люди стараются быть сдержанными, приближается как раз Страстная Седмица, за ней Пасха, нужно быть готовым к Пасхе, куда-то все эти эмоции срочно деть. Но из года в год ситуация повторяется, не получается выключить эмоции. Может быть, дело не в этом, не в эмоциях и не в борьбе с ними, может, в чем-то другом? То есть на самом-то деле, может быть, нет такой задачи вовсе бороться с эмоциями, а вот есть какая-то другая задача. И сегодня мы важное слово упомянули, произнося словосочетание «Страстная Седмица», слово... Страсть. Точно. Да, слово «страсть». Оно нас, пожалуй, интересует. Что оно может значить в православии, да, страсть? Страстная Седмица. Вроде страсть для нас другое значение. В массовой культуре слово «страсть», оно такое какое-то не церковное. Да, очень. Вот. А что же в церкви? Страсть. Ну, наверное, грамматика нам тоже здесь в помощь. Вот есть в этом русском языке такое понятие «страдательный залог». «Страдательный залог». То есть получается, что не я какое-то действие совершаю, а надо мной нечто совершается, какое-то действие. Это о страданиях, да, получается? О страданиях, ну, да. Которые причиняются мне, да? Угу. То есть... Что же такое страсти в смысле человеческом? Ну да, это совсем другое, да, понятие. Про лингвистику поговорили, да, а да. Вот человеческие страсти. Наверное, это какие-то стремления человеческой души, в которые вовлекается не только душа, но и тело даже человека. Вот. Но эти стремления, по идее, должны служить спасению. Покушать чем-то там, повеселиться. Угу. Тоже стремление. Да. Что-то может быть там. Страсти, наверное, ко всему могут быть, да? То есть, стремление... Что там, понравится. К общению, там, создать семью, продолжить род. Это все тоже какие-то... А при чем тут страдания? Страсть, судя по всему, неплохо получается. Ну да. Вот. Но дело в том, что опять мы здесь вспоминаем страдательный залог. Вот перед христианином стоит задача, все это вышеупомянутые, все эти стремления, их проживать. А, увы, может случиться так, что все это проживает нас. Вот, как бы, или даже можно сказать, игру слов употребить, прожевывает нас. Прожевывает? Да, все вот это вот вышеупомянутое. То есть плохо, когда у меня живут все эти стремления, в кавычках, да, и хорошо, когда их проживаю, да? Да. Управляю ими. То есть я могу с ними совладать. То есть когда я живу свою жизнь, а не когда меня живут. Вот, получается так. И это есть как раз вот, ну, страсти, когда мы неправильно выставляем эти приоритеты. То есть чувство голода, оно есть у всех. Им нужно управлять, чтобы не оно управляло нами, а мы им покормили свое тело, пошли, сделали доброе дело. Вот. А может получиться и наоборот, увы. То есть мы должны, в принципе, держаться... Понимание, да, что все эмоции, да, это все-таки нужные вещи. Они человеку нужны, как и страсти в их в положительном, да. Люди путают часто эмоции со страстями, да? Со страстями, да. То есть эмоции нам нужны, в принципе, да, чтобы тоже, опять-таки, выживать в этом мире, потому что мир у нас, они нужны, чтобы показать себя тоже, опять-таки, в каком ты состоянии находишься. Если совсем мы будем ходить как роботы и не движим эмоциями, вообще мы не поймем, мы будем чуть-чуть ошибаться, да, в происходящем, нам будет странно, да, находиться вместе. То есть эмоции тоже, все должно быть в меру, наверное, так, да? То есть на самом-то деле задача не выключить эмоции великим постом или невеликим постом, а управлять своими
Страстями, стремлениями. Стремлениями, да, чтобы держать себя в тонусе и всегда быть, помнить, для чего и что нам нужно. Вот такая получилась у нас интересная беседа, дорогие друзья. Такая, да. Дорогие друзья, с вами рубрика «Пять фактов». И в данном случае пять фактов о храме гроба Господня в Иерусалиме. Факт первый. Храм гроба Господня в Иерусалиме является самой главной святыней для всего христианского мира. Непосредственно на месте, где возник данный храм, провел последние часы земной жизни, прошел через распятие, смерть и погребение Иисус Христос. Под кровом храма Голгофа, камень миропомазания и погребальная пещера Кувуклия. Факт номер два. Территория храма гроба Господня поделена между шестью христианскими конфессиями. Греческая православная церковь, Святогробское братство, католическая церковь, францисканский орден, армянская церковь, коптская церковь, сирийская церковь, эфиопская церковь. Данное разделение строго соблюдается всеми конфессиями и полицией. Факт номер три. Посетители храма гроба Господня в Иерусалиме обращают внимание на обыкновенную деревянную лестницу с пятью перекладинами на карнизе второго этажа, которую не убирают с фасада уже третье столетие. Причина в том, что в 1757 году султан Осман III издал фирман, провозгласивший равноправие всех шести владеющих собором церквей, чтобы навсегда пресечь бесконечные скандалы, доносы и драки между монахами, приводившие к народным волнениям. Тем же законом введен запрет на малейшие изменения внутри и на фасадах без единогласного одобрения. Возможно, лестницу забыл неизвестный плотник после мелкого ремонта. По другой версии, армяне поднимали сюда на веревках еду и воду, потому что греки не пропускали их к выходу по своей территории. С годами она превратилась в символ соблюдения так называемого статуса кво Святой Земли, официального документа, где описан сложившийся порядок управления христианскими храмами Иерусалима. Факт четвертый. Ключами от храма гроба Господня традиционно владеет мусульманская иерусалимская семья, представитель которой Ваджих Нусейбе ежедневно дежурит у ворот. Факт пятый. У входа в храм гроба Господня, чуть правее, у замурованной арки, на каменном полу дворика лежит деревянный щит, внизу под щитом надгробие. На могильном камне надпись по латыни, из которой следует, что похоронен тут рыцарь Филипп де Обиньи. Он был одним из английских баронов, вынудивших короля Иоанна Безземельного подписать Великую Хартию Вольностей. Прибыл в Иерусалим, сопровождая короля Фридриха II. Умер в Иерусалиме в 1236 году и похоронен у входа в храм, согласно своему завещанию. Он желал, чтобы паломники попирали его могилу ногами, дабы смириться перед Господом. Сегодня у нас в рубрике «Непридуманные истории» замечательный гость Таисия Краснопевцева. Это великолепная певица, можно так сказать, собиратель, исполнитель фольклора. Встречайте. Здравствуйте. Надеемся, слышим овации, потому что вас, наверное, наверняка многие знают. Вот, композиция используется в фильмах, мы знаем. Что для тебя музыка? В моей жизни музыка, она как бы вот просто часть моей жизни. Я с детства занимаюсь фольклором, и был момент, когда вот, там, на год я прекратила это делать. Просто не сошлись характерами. Вроде как в 3, наверное, да? Нет, в 14. Но мы не сошлись характерами с педагогом. Но потом я к этому вернулась, потому что для меня это как пить, есть, дышать. И вот музыка, она занимает примерно такую же часть в моей жизни. Ну, ты говоришь, детство, да, музыка для тебя, в общем-то, все, да? Вот отец Павел у нас, допустим, с детства его
за маленького роботика в музыку как бы позвали на баяне играть. Сказали, подарим робота, вот будешь играть на баяне. Он такой, ну да, за робота буду, давайте. У тебя, наверное, такой истории-то не было. Ну, у меня мама создала фольклорный ансамбль и просто меня туда приводила, и все. У меня даже не было выбора. Что, в принципе, я считаю, что это не так плохо, когда у ребенка иногда нету выбора. Ну, зато есть, да, четкое понимание дорожки, наверное. Вначале не понимание, но ты уже идешь, да? Не знаю, что за дорожка. Ну, тебе уже предложили, она тебе вроде бы сошлась с твоими желаниями, да, и где-то, ну, может быть, чуть-чуть хотелось бы сойти, наверное, куда-то. Но я так понимаю, что до сих пор все это замечательно. Уже нет, не хотелось бы. Да, уже все, уже. Я люблю свою работу, если это можно работой назвать. Ну, вот замечательно. Да, мы все знаем, что у тебя мама тоже замечательный фольклорист, да, собиратель народных традиций. Это Елена Краснопевцева. Вот, это, и вы как раз все, это веретенцы, да, называются? Сейчас до сих пор коллектив есть. До сих пор коллектив существует, из которого выходят замечательные исполнители фольклора. Вот. Я даже знаю, откуда вы берете таинственную бабушку. Баба Даша? Баба Даша, да, вот Баба Даша. Я сейчас Дуня хотел сказать, помню даже, из села Плехово, да. Но она не единственная была у нас там. Но очень замечательно. Плехово – это были наши учителя, просто она для меня была очень близким человеком. Мы у нее в основном останавливались, у нее жили. И ну, для меня она была просто как еще одна моя родная бабушка. А на самом деле учителей там был целый ансамбль. И мы все расселялись там. Эти двое там. Две Насти жили всегда у бабы Мани. Там, и уже у каждого была своя вот такая бабушка. И мы приезжали, расселялись по домам. Потом вот, и какой там быт был? Такой древний? Там, ну, печка? Нет, ну, в этом смысле да. Стрижка, мы еще застали время, когда не было газа. Там сейчас уже провели газ. Честно говоря, вот для меня, как для жителя городского, было печально. Приезжаешь в Плехово и понимаешь, что там появляются заборы из металлопрофиля, появляются пластиковые окна, выносятся печи и газовое отопление. Ну, потому что для меня это было что-то такое временное, как когда тебя вырывают из обычной вот этой суеты, из того самого житейского моря, и ты совсем в другое время перемещаешься. Сейчас мой основной такой действующий проект – это трио с двумя виолончелистами, с Андреем Березиным и Ярославом Сродных. И есть духовный стих, который мы с ними сделали, называется «Не унывай, душе моей». Это северный духовный стих, который… Вот он родился вдруг из ничего, очень быстро. То есть это слова были, а вы его сделали? Были слова, была мелодия вот этого вот северного стиха. А вот то, что получилось, оно получилось как-то очень просто, быстро и легко. И как называется? «Не унывай, душе моя». «Не унывай, душе моя», Таисия Краснопевцева. Не унывай, не унывай, душа.
Можно я сразу скажу, это духовный стих? Почему я обращаю на это внимание? Это как раз вот та самая баба Даша, о которой мы говорили. Она очень болела в последние дни, даже в последние годы своей жизни. Я к ней уже приехала незадолго до ее смерти, просто в гости ее навестить. И, ну, как обычная деревенская изба, там нету комнат, одна комната, в ней несколько кроватей. Вот мы с ней лежим уже, и перед сном она мне говорит: «А ты можешь мне спеть песню?» Я думаю, а что я ей буду петь? Ну, плеховские песни. А я в основном все-таки занималась плеховой, мало другой традицией. Плеховские, это она меня научила, но она их лучше меня знает, лучше меня поет, что я ей буду их петь. А как раз в тот момент мы готовили к записи с Веретенцы диск духовных стихов. Я выучила духовный стих казаков-некрасовцев «В океан море». Вот я с полным восторгом от того, что сейчас я своей бабушке, своему учителю что-то такое вот невероятное могу показать. И я ей пою этот духовный стих. Она послушала все очень внимательно. Говорит, красиво. Только это, говорит, не песня, это духовный стих. И с тех пор я стала различать, потому что для меня раньше тоже было все, что поется, все песня. Хотелось бы еще рассказать зрителям о том, что был опыт, да, у нас в клубе «Катакомбы», в храме в поселке Володарско-Никольском храме. Вот вы выступали, и вот какие ваши впечатления? А я два раза выступала. Да. Я выступала с двумя проектами, как раз с Сергеем Клевенцевым. Да, два раза уже, да, точно. Да, с Михаилом Оленченко. А второй раз вот мы приезжали с виолончелистами. Ну, я очень люблю клуб, потому что теплая атмосфера и вот это вот ощущение живого общения с залом. Я бы даже не стала так называть зал, ну, просто для понимания, да, есть выступающие, есть зрители, но иногда есть вот эта вот стена между теми, кто на сцене, и теми, кто сидит и слушает, а иногда вот ее нету, вот в катакомбе ее нету, и это всегда очень чувствуется. То есть понравилось. Нам тоже очень понравилось, конечно, это замечательно, что вы до нас доехали, потому что доехать не так легко, как оказывается. И зритель все равно свой там, вот, который приходит из местного поселка или из храма, да. И что замечательно, что приходили люди не только, кто в храм ходит, но и кто пришел просто вас послушать. Потому что многие у нас, когда узнали, что вы приедете, они такие вот: лодочка, фильм, находка. Ну, очень... многие узнали именно благодаря этому фильму. Ну, хорошо, я так фильм не смотрел, но он такой напряженный. Очень стоит посмотреть, потрясающий фильм. Фильм потрясающий, прям вот я... завидую тем, кто его не видел, и что они могут посмотреть его впервые. Мы с мужем были на премьере, и он сказал потрясающую фразу, которая вот полностью описывает смысл этого фильма. Говорит, этот фильм о том, как человек становится человеком. И это действительно так. Вот эта вот линия вот этого главного героя, которого Алексей Гуськов играет, как он перевоплощается, как он вообще меняется в течение этого фильма, какой он в начале и кем он становится в конце. Фильм потрясающий. С нами была замечательная певица, можно так сказать, собиратель, исполнитель фольклора, так правильней, вот, Таисия Краснопевцева. Уж ты келья моя, келья, келья темная моя, уж ты келья моя, келья, келья темная моя, ты лампадою одною день и ночь освещена, ты лампадою освящена. Пред заступницей святою молюсь Богу я одна, пред заступницей святою молюсь Богу я одна. А я грешница молюсь я, что про меры мне забыть, а я грешница молюсь я, что про меры мне забыть.
одолели адские страсти, не могу их победить. Одолели адские страсти, не могу их победить. Брошу келью, брошу темно, я в пустыню пойду жить. Брошу келью, брошу темно, я в пустыню пойду жить. Я в пустыне поселюся, со зверями буду жить. Я в пустыне поселюся, со зверями буду жить. Где глаза птичьего не слышно, только с гор воды шумят. Где глаза птичьего не слышно, только с гор воды шумят. Из гор воды шуметь будут, меня будут утешать. Из гор воды шуметь будут, меня будут утешать. Дорогие друзья, с вами была программа «Дорога к храму», и мы, ее ведущие, священник Максим Гортинский и священник Павел Красанов. Прощаемся с вами. До новых встреч. До новых встреч.